Сегодня будет рассказ про Эйлера, и я заготовил шпаргалку, чтобы не забыть определенные моменты в его судьбе и достижения, которые, значит, он сделал. Безусловно, исполнить всю программу с доказательствами мы не сможем, поэтому, ну как бы да, то, что сделал Эйлер, изучать надо примерно столько же времени, сколько он жил, потому что математикой он занимался все свое более-менее там, ну, время или половину времени своей жизни. Другую половину там, я тоже скажу, довольно любопытно, чем он занимался. Вот. Ну и мы затронем, может, самые красивые сюжеты. Но хочу я начать с некоторого прелюдия, потому что вот как-то бывает, что ты куда-то там заглянешь в нужный момент и что-то, опа, в голове, ничего себе, да, вот я, скажем, несколько дней назад что-то я перенервничал где-то на какой-то встрече, не могу заснуть, ну вот нервная бессонница, не могу заснуть, просто не могу и все. 2 часа ночи я встал, взял Достоевского, дневник писателя. Открываю первую страницу, которая мне попадается, не самую первую, а и читаю вдруг, вот первое, что я вижу. Если вы страдаете нервической бессонницей, знайте, это бесы. Молитесь, крестите рубашку. Понимаете, вот только что, да, я встал, страдая нервической бессонницей, взял Достоевского и прочел. А сегодня была другая ситуация. Сегодня была такая. Ой, а можно пустой экран тоже убрать? Ну, то есть вот эту вот надпись как-нибудь чикнуть. Ну или ладно, тогда вот здесь в основном будем. Так вот, ситуация такая. У меня довольно давно висел в такой предложке, что называемой, да, в интернете, на Ютьюбе, Борин, ролик Бори Трушина, знаете, да, Боря Трушин такой есть. Задача «Гроб Самата», которая выглядела вот так. 1945 разложить сумму двух квадратов целых чисел, да? А? Да, так вот, когда он подбирал, я думал, нет, он что, вообще не знает, что ли, как это надо решать? Потом он дал решение, но все-таки истинные причины этого решения он скрыл. Но я понял, что сейчас будет новый этот самый батл Савватеев-Трушин. Обязательно будет... Ой. Мне показалось, что за мной у нас... Что? Так, смотрите, смотрите, что происходит. Мне показалось, что она сама движется. Я не заметил. Я думал, что уже придумали камеры, которые сами следят. И думал, вот это вот для ФСБ находка, да? Камера, которая сама за тобой едет, просто вот так по воздуху летит. Да, нет, я... Ну вот, так вот, что я хочу сказать. Что когда мы с Борей устраиваем математическую перепалку, это всегда в десятки раз больше просмотров, чем просто так. Вот, так вот, будет перепалка очень веселая, потому что я расскажу, как на самом деле надо решать эту задачу, а не как ее решал Боря. Потому что то решение, которое он в конце выдал, оно, конечно, в общем-то правильное, но оно совершенно не полное. Всех решений он не нашел, а нашел только одно, а их 8. И задача подается 100% полному решению. Только надо знать гауссовы числа. И одно очень важное достижение Эйлера. Поэтому, когда я стал смотреть ее сегодня, отъехав на поезде от Москвы, я просто понял, что с этого надо начинать лекцию про Эйлера. Итак, вот задача, да, ну, что называется, хоть стой, хоть падай, ты же не будешь перебирать, да, в натуре, не будешь перебирать. Как на самом деле эта задача решается? Ну, прежде всего, Боря совершенно прав, что тут надо разложить на множители. Ему хватило вот такого, но он искал только одно решение. Но на самом деле раскладывается она... И дальше. Здесь, понятно, выделяется пятерка. Дальше идет, если я не ошибаюсь, 389. Ну, действительно, кажется, так и есть. Проверяйте. Это вот 1945. А вот это тоже непростое. Вот как его разложить на этой Олимпиаде, я не знаю, что имели в виду авторы. Ну, если они хотели, чтобы только одно решение найти, то действительно угадывается одно решение через метод Бори. Но если хотите действительно решить ее полностью, то надо разложить это на простые. И здесь 73 и 137. Ну, понятно, догадаться до этого невозможно. Либо вы в лоб разбираете, либо взяли таблицу там как-то где-нибудь что-нибудь в интернете, посмотрели, что она непростое, тогда там на ощупь или может... Ну, в общем, если честно, я считил, просто посмотрел, как оно раскладывается в интернете, и все. Но вот вопрос, что делать дальше, да? Вот что делать дальше. Дальше смотрите. Угадывается, про каждое из чисел довольно легко угадать, как это сделать. То есть разложить сумму квадратов про каждое из чисел, это легко угадывается. Но 389 немножко надо подумать, да? 289 и 100. А 289 это квадрат. Вот, значит, 17 квадрат плюс 10 квадрат. 73 угадывается как 8 в квадрате плюс 3 в квадрате, да? И, наконец, 137 это 11 в квадрат плюс 4 в квадрат. А теперь вопрос. Как из этой информации соткать разложение для произведения этих чисел? И сколькими способами это можно сделать? Так вот, теорема Эйлера. Точнее, теорема Ферма, Эйлера, Гаусса. Она же рождественская теорема Ферма еще называется. Она обозначена в некотором письме Ферма его, там, ну, какому-то из его адресатов. Но он ее не доказал. По крайней мере, мы не можем утверждать, что он ее доказал. Это неизвестно. Видимо, он не знал доказательств Ферма. А Эйлер ее доказал. А теорема звучит так. Если P простое число, дающее остаток 1 при делении на 4, то есть имеющее вид 4К плюс 1. Простые могут быть, ну, либо просто двойка, да, но это единственное четное простое. А если не двойка, то, соответственно, два вида есть простых, которые дают остаток 1 при делении на 4 и 3. Ну и вот они очень по-разному себя ведут, оказывается, вообще в математике, там, в современной, нормальной такой центральной математике чрезвычайно важно всегда бывает, какого вида простой. Вида 4К плюс 1 или 4К плюс 3. Это всегда по-разному случае обходится. Ну и вот утверждение стоит то, что если P простое число вида 4К плюс 1, то существует, это Эйлер, единственное, это, по-моему, Гаусс, если я не ошибаюсь, разложение P в сумму двух квадратов. Единственное, ну, с точностью до перестановки их местами, естественно, там до замены x на минус x. Ну, то есть до тех замен, которые и так понятно, что ничего не меняют. Вот, и, соответственно, вот эти разложения абсолютно единственные. Но дальше Гаусс продвинулся и больше утверждал, что сейчас я расскажу некий трюк, я сейчас сделаю трюк, и этот трюк выдает все возможные решения для случая, когда есть произведение чисел. Если мы про каждое число знаем, как раскладывается сумма двух квадратов, то для произведения существует следующий трюк. Теперь следите за мной. Я прошу прощения у самых маленьких, если таковые есть, и у тех, кто в жизни еще ни разу не встретил комплексных чисел. Вдруг есть такие, которые избежали в жизни комплексных чисел. Поднимите руку тех, кто встречали в жизни комплексные числа в том или ином виде. Понятно. Вот. Но я у остальных попрошу прощения. И более того, кроме прощения, я попрошу сегодня вечером на ночь изучить, да, в Википедии, что это такое, и чтобы они вам снились. Обязательно. Нервическая бессонница обеспечена. Так вот, дело в том, что сумма квадратов в комплексных числах допускает разложение на множители. И поэтому в каждом случае можно написать вот так вот. Вот так вот написать. А теперь рецепт. Рецепт, который даст вам, согласно вот этим вот теоремам, Эйлера, Гаусса, Ферма, который даст вам все решения этого уравнения, вот этого уравнения. Рецепт стоит в следующем. Взять любое из этих двух, вот любое взять, зафиксировать раз навсегда, а дальше составить все возможные выборки по одному из каждой скобки. Но если у вас есть три да, три пары, и мне нужно из каждой пары выбрать какую-нибудь одну, то сколько вариантов у меня это сделать? 8, да. Вот, соответственно, первый вариант взять из каждой скобки левую с плюсом. Второй вариант взять здесь правую, здесь и здесь левую. Третий вариант здесь левую, здесь правую, здесь левую. Четвертый вариант здесь правую и здесь левую. Пятый, шестой, седьмой вариант будут отличаться от предыдущих четырех тем, что в последний момент надо будет взять правую. То есть левая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, правая, правая и правая, правая, правая. Все 8 вариантов домножить каждый раз на 2 плюс и. Получается 2 плюс и, например, на 17 плюс 10 и, на 8 плюс 3 и, на 11 плюс 4 и. Ну, следующий вариант будет 2 плюс и, 17 там, минус 10 и, 8 плюс 3 и, 11 плюс 4 и. Ну и позвольте, я не буду дальше продолжать, понятно, что имеется в виду. А дальше нужно их перемножить по правилам комплексных чисел. Просто обычным правилам комплексных чисел, где и в квадрате равно минус единице. Кстати, и придумал Эйлер, буковку и. До этого не обозначалось так. Эйлер придумал «и», Эйлер придумал «е». Еще Непер пользовался вот этими, значит, логарифмами, да, но вот именно натуральные логарифмы как основание, судя по всему, придумал Эйлер, и буковку «е» тоже придумал он. Также Эйлер придумал f от x как обозначение для, ну, для функции какой-то. Рассмотрим функцию, да. То есть, судя по всему, до этого просто, ну, может, кривую какую-то рисовали или еще как-то описывали ее словами. А он говорил, просто назовем буковку «f», будет подставлять в скобочку разные числа. Вот. Ну вот. И получится у меня 8 разных выражений, да? Каждое из этих выражений можно свернуть до определенного комплексного числа с целыми, конечно же, коэффициентами, потому что здесь никаких действий, выводящих за пределы целых, не будет. Так вот, этот рецепт заканчивается словами, что все полученные будут, во-первых, существенно различные, это будут совершенно разные пары, и все 8 дадут в сумме квадратов 1945-1945. Это следует из очень большой науки, называемой гауссовы числа. Сегодня я не буду в нее углубляться, чтобы не грохнуть всех нафиг. Вот. Но имейте в виду, что эта задача на самом деле, то есть вот мы знаем, что решение выглядит так, что других решений нет. И в этом заслуга, в первую очередь, Эйлера, который доказал, что любое простое число вида 4k плюс 1 единственным способом представляется в виде суммы двух квадратов. Итак, здесь 8 решений на самом деле. И одно из решений, то, которое, значит, про которое нам рассказал Боря на канале. Так, ну что же, давайте пару слов. Так сказать, тут было много букв каких-то, да, страшных, наверное. А сейчас будет много слов про судьбу Эйлера. Ну, как бы это сказать, я не историк, я просто тупо взял там пару источников в интернете и... из них понаковырял. Ну, значит, в первую очередь, когда он родился. 15 апреля 1707 года в городе Базель. 15 апреля. Вот. И прожил он очень много лет. Почти что, получается, сколько там, 1707-1783, да? То есть 76 лет прожил. И умер в Санкт-Петербурге 7 июля 1783 года. Значит, его до Эйлера, вот правильное приближение, такое нулевое приближение, стоит в том, что до Эйлера в России не было математики. Точка. Была какая-то арифметика, там и все. Ну, была началка. Вот. А Эйлер завел здесь, ну, собственно, в годы 20, где-то 6-е, 27-е у нас заводилась Академия наук. Она начиналась. Вот. И когда, значит, она начиналась, все совпало очень удобно тем, что Эйлер в 19 лет, он был уже профессор. У него была диссертация по теории, ну, как бы теории, ну, звука, такой физической, математической теории звука. Она была там супер оценена. Тогда были братья Бернулли, которые как-то покровительствовали ему. Бернулли, братья, уехали в Петербург делать академию по приглашению Екатерины I. И она же по их ходатайству пригласила Эйлера, который что? Второе это в конце. Это же 1720. Это первое еще до Анны Ивановны. Ты историю не знаешь. Я тоже, конечно, не знаю историю, если честно. Но все-таки Екатерину I со второй не перепутаю. Ну вот. В общем, Екатерина I позвала его. И, значит, собственно говоря, неизвестно, поехал бы он или нет. Но когда ему было 19 лет, и он уже получал кафедру профессора, вроде бы, да, ученые-мужи в Швейцарии проголосовали против, сказали, он слишком молодой. А тут его зовут делать Академию наук новую, да, куда-то далеко. И он говорит, ну ладно, поехали, типа. Так вот, а теперь происходит следующее. 24 мая 1727 года он приезжает в Санкт-Петербург. За несколько дней до этого Екатерина I умирает. Он приезжает, застает всеобщее уныние, братья Бернулли в глубоком запое, я шучу, в глубокой тоске, обсуждают, что, видимо, все грохнется нафиг, потому что, ну, в России все, да, на человеке всегда. Вот. Но нет, Анна Ивановна продолжила эти дела, и ближайшие, значит, 14 лет до 1741 года Эйлер вовсю работает в России, он строит эту академию вместе с многими другими учеными. В это время академию строили поголовно иностранцы и еще, сейчас как же фамилия, Иван Адодуров, по-моему, его фамилия была, я точно не помню, но в общем один русский ученый был на этот момент, один русский ученый на всю академию был. Ну и он с Эйлером очень активно тоже работал. Вот, можно сказать, что это первый ученик российский, да, ну такой отечественный ученик Эйлера. Да, чем еще занимался Эйлер? Эйлер составил первый атлас России. То есть была задача составления карты. Карты огромной территории, которая в то время была. До этого просто не было карт, только какие-то ручные абрисы. Вот. Он, значит, долгое время работал вот эти годы над составлением атласа. В 1745 году он был завершен, этот атлас, уже когда Эйлер снова был там. Да, что произошло дальше? Дело в том, что после смерти Анны Иоанновны на этот раз действительно все пришло в упадок. То есть не так, как в 27 году, а совершенно. И в 41 году он уже стал искать, где бы ему теперь приложить свои усилия, его позвал Фридрих II в Германию. Там было много разных прикольных историй. В частности, в интернете указано, что он приходил на какие-то королевские балы и молчал. Его спрашивают, что ты молчишь. Он говорит, ну, я прибыл из страны, где те, кто много говорят, тех вешают. Вот. Ну, это так, в качестве казуса. В 47 году он дает шикарный отзыв Ломоносову. У Ломоносова начинается отличная карьера. Он все эти годы пишет статьи в «Петербургский вестник». Да, в Питере первый научный журнал российский, да, сразу же завели, когда вот началась академия. Так, в каком это году произошло? В каком 1728-м? Да, комментарии Петербургской академии наук. У Эйлера в этих комментариях опубликовано за его жизнь 400 статей, а всего типа 750. Более чем каждая вторая статья опубликована в России в вестнике Петербургской академии наук. Вот. Ну и, собственно, он продолжает там рецензировать все. Он в тесной связи с Россией. И спустя много-много лет, 25 лет, в 1766 году, на этот раз Екатерина II, Дима, пишет Эйлеру, что она готова на любые условия, которые он поставит, лишь бы он вернулся в Россию. Любые. В 1727 году он приехал на 200 рублей содержания в год. Это было немало совсем. Это были серьезные деньги, хорошие. Но на этот раз его содержание стало 3000 рублей в год. Приблизительный пересчет на сегодняшние деньги дает примерно, ну, так скажем, ну, 5 или 10 миллионов. Вот что-то в этом духе. То есть примерно вот такое годовое содержание. Ну да, я сделал небольшие расчеты. Сложно, потому что очень по-разному цены менялись. Очень по-разному. То есть как бы соотношение цен так сильно менялись, что вот сказать определенно я не могу, но это порядок это такой. Порядок это от 5 до 10 миллионов рублей в год, если переводить на сегодняшние деньги. Вот. И он с огромной своей семьей, 18 домочадцев привез, значит, жену, всех детей, там, домработниц, уборщиц. Поселяется в Петербурге, его принимает лично Екатерина тут же, сразу же в первый же день, дает ему еще в подарок 8000 рублей на построение дома. Ну, в общем, его там облизывают со всех сторон, и он снова работает в России, на этот раз навсегда. Навсегда в 1700, ну, вот в одном из последних годов его жизни в России, нет, он, да, ослеп он чуть раньше, потом ему делали операцию, зрение вернулось. Потом незадолго до смерти наслеп окончательно и радостно сказал, что теперь ничто не будет отвлекать его от науки. Вот. Вообще с ним связана еще пара историй. Значит, когда была война русско-германская, наша артиллерия случайно разрушила его дом. Это период, когда он там жил. Когда об этом узнали, в Питере был полный шухер и скандал. Ему возместили все, дали кучу денег, значит, еще и заполнение. Короче, в общем, надо понимать, эпоха другая была. Вот. Ну и, значит, еще, что еще важно? Еще важно вот что. Ну, это как-то не особо подчеркивается, и связь не прояснена до конца. Может, кто-то из историков ее знает. Но дело в том, что когда он умер, у него нашелся на столе, там нашлось пара листочков с очень подробно исписанным планом, как должен выглядеть летательный аппарат, воздушный шар. Монгольфье полетели через несколько месяцев после этого. Прошла ли информация через границу или они там выдумали свое, я не могу вам сказать. Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Но факт тот, что Эйлер во всех подробностях описал, как должен выглядеть воздухоплавательный аппарат. Но не успел довести это до ума. Да, ну вот, собственно говоря, да, универсальная арифметика, книга, по которой до сих пор мы живем и учимся. Первое издание было на русском языке. Да, русский он очень быстро освоил, буквально за полгода, вот, когда он приехал молодым. Вот, поэтому вот батюшка, отец Андрей Ткачев, с которым я люблю беседовать, некоторые видели, наверное, в интернете, он вообще его называет Ленька. Он говорит, Ленька Эйлер — это наш русский ученый. Вот. Но там еще были какие-то казусные истории. Там для сына нашей царицы он по настоятельной просьбе составил гороскоп, и там, значит, по гороскопу получалось, что сын должен скоро умереть, и он как-то подменил гороскоп другим, более радужным, но тот сохранил, и, к сожалению, так и вышло. Но это как бы такой отдельный странный казусный факт. Вот. Ну а так он календари составлял еще. В общем, работы было очень много. Ну вот, а теперь мы переходим, собственно, к достижениям, и на некоторых из них я буду останавливаться, да, и с некоторой степенью подробности их разбирать. Значит, одна история была такая. Нужно было нарисовать кривую. Вот мне нужно спуститься из этой точки в эту как можно быстрее попасть. Задача о скорейшем спуске кривой, которая позволяет как можно быстрее достичь этой точки. Кривая брахистохрона, да, самый быстрый спуск. Ну и было прислано, это какая-то из западных академий объявила такой вот конкурс, да, точное, правильное, самое лучшее решение, не подписывая, прислал Эйлер. Не подписывая. Однако устроители конкурса написали, мы знаем, кому вручить первый приз, ибо по когтям узнаем льва. Имея в виду Леонарда Эйлера. Вот, значит, это положило начало вариационному исчислению. Если Ньютон придумал обычный матан, которым всех, да, мучают в вузах, да, вот, то Эйлер придумал вариационное исчисление, то есть бесконечно-мерный матан на самом деле, в чистом виде. Ну а такой матан он довел до той стадии, в которой сейчас это изучается. Все, что вы учите по матану на первых трех курсах, любого серьезного вуза, кроме, наверное, там самых-самых крутых, где это уже вышло на следующую стадию, это все Эйлер. От начала и до конца. Это программа просто, которая им составлена. Вот, там, дифуры также, в общем, много всего, спецфункции разные. Так, теперь перейдем к топологии и геометрии. Эйлер придумал углы Эйлера. Сейчас будет очень много чего называться что-то Эйлера. Очень однотипно будет называться. Вот. Значит, он решал следующую задачу. Вот я возьму этот микрофон, да? Вот, допустим, это его исходное состояние. Что такое? Ага, да. Так, вот оно исходное, да? И вот что-то с ним такое как бы произошло, и оно приняло какой-то вид. А как мне единым образом описать приход в такой вид с помощью скольких-то параметров, да, описывающих ситуацию. Вот у меня сколько параметров нужно, независимых параметров, чтобы описать положение твердого тела с фиксированной, ну, как бы, ну, например, с фиксированным центром тяжести. Сегодня мы бы сказали, что мы должны описать группу вращений пространства, но тогда таких слов еще не было. То есть всевозможные положения, которые может принять вот этот вот микрофон, ну вот скольким параметрам задаются. Ну вот он, значит, определил это число 3. И он показал углы Эйлера, так называемые. Он, значит, взял вот эту систему координат. Да, вот с этим, честно говоря, тут вот есть такая дополнительная симметрия, когда я вот так его вращаю, ничего не меняется. Поэтому кажется, что для этого прибора их две степени свободы. Нужно взять какой-то предмет без симметрий, не отягощенный симметриями. Ну вот, например, вот такой предмет. Симметриями не отягощен. Заодно самореклама. Да? Вот, то есть вот у книги, да, у нее вот честные 3 параметра. Вот, и там, значит, он даже назвал как-то угол прецессии, что-то еще и последующего поворота. Я не помню этих слов. В общем, он задал 3 параметра. Он говорит, как первый параметр отвечает за то, насколько, по какой прямой пересекаются, значит, как бы у нас есть 2 системы координат. Исходная, прямоугольная система координат, и последующая. Ну и вот как ось, значит, эти оси x, y, по какой прямой будут пересекаться новые со старыми, плоскость оси x, y, нужно вначале туда повернуть, потом второй раз досюда, и третий раз досюда, второй раз наклонить ось z, и третий раз вокруг нее повернуть. Ну, в общем, это такая, без пол-литра очень сложно разобраться в этом, как устроены эти 3 параметра и как они, значит. Вот, но вот этот полностью описал эту науку, а также он доказал теорему, которая тоже называется теорема Эйлера, которая звучит так. Любое положение твердого тела в пространстве может быть получено путем поворота относительно некоторой оси. Вот теперь оси я уже выбираю сам, как хочу. То есть, иными словами, любое движение сферы, которое не выворачивает сферу наизнанку, является поворотом относительно какой-то оси на какой-то угол. Ну и здесь тоже, кстати, угадываются 3 параметра, потому что 1 параметр — это угол, на который мы будем поворачивать, а 2 других — это выбор оси. Ведь выбор оси — это фактически выбор той точки на сфере, куда эта ось должна уткнуться. И точек на сфере как бы двумерное, да, семейство. Ну вот, соответственно, выбираете точку и еще выбираете угол, на который вы сферу поворачиваете. То есть это трехмерная, действительно, полноценная трехмерная, как сегодня говорят, группа Ли. Вот, ну вот, что? Ну, сферические координаты, безусловно, но сферические координаты на самом деле записывают точку сферы, только одну. А тут еще надо узнать, на какой угол поворачивает. Поэтому сферические координаты, их 2, они зададут вот эту точку. А мы еще говорим, вот если эта точка определяет соответствующую ось, проходящую через центр, да, Земли, то на какой угол еще и все это повернется. То есть 3 параметра. Дальше. Но вот на этом сейчас я остановлюсь вообще подробнее. Эйлер — основоположник топологии. Значит, что он сделал? Он впервые строго доказал, строго, абсолютно безупречно, сейчас это мы с вами проделаем, что вот такой вот шарик из бесконечно такой как бы растягивающейся резины, сколько угодно, насколько хотите, настолько и растягивающейся резины, без склеек и разрывов невозможно превратить в колесо автомобиля. По-научному это звучит так. Сфера — это вот это, не гомеоморфна тору. Гомеоморфна — это и означает одноформенно. То есть вы берете, не меняя как бы, значит, не меняя форму, то есть вы растягивать можно, да? Можно крутить как угодно, но никакие точки не должны совпадать в процессе вот этих изменений. И нигде нельзя разрезать, то есть точки разрывать нельзя. Даже если после этого вы склеите, все равно разрывать нельзя. То есть все точки, которые близко были, они должны при этих изменениях оставаться тоже близкими. Ну и вот была дискуссия по этому поводу, насколько вообще нужно это доказывать. Вот, ну как вы думаете, зачем это доказывать? Это же очевидно, да, на взгляд. Ясно, что не получится. Но в этой очевидности есть, значит, есть такие ловушки. Есть ловушки, есть всякие примеры, как непрерывно там, преобразуя сферу с несколькими ручками, которые зацеплены друг за друга, вдруг получается сфера без зацепления этих ручек. То есть то, что интуитивно кажется исполнимым, или, наоборот, неисполнимым. Иногда выясняется, да, что ответ, ну, противоположный ответ не такой. Ну и он говорит в качестве защиты, значит, что это в двумерном случае у нас есть вообще какая-то интуиция. Да? В двумерном случае мы видели шарики много раз. Это футбольный мяч, мы в него играем. Футбол. Мы там катаемся на этих колесах. Колесо выдумано много тысяч лет назад. Но если речь идет об объектах трехмерных, вот, например, вот эти вращения, да, всевозможные вращения сферы, это уже трехмерный объект. Нужно три параметра для описания. А вот у вас какая-то вот механическая система каких-нибудь маятников, да, маятники, накрученные друг на друге, это тоже трехмерная система, там три параметра. И там три параметра, и здесь три параметра. Но можно ли представить себе вот эту систему маятников, что ее фазовое пространство состояний, то есть всевозможные положения этой системы, однозначно соответствуют всевозможным вращениям сферы или нельзя? Вопрос сложнейший, в общем случае, совершенно такой как бы неподъемный, сложный вопрос. Из многомерной дифференциальной геометрии есть понятие многообразия. В данном случае я говорю о трехмерных многообразиях. Многообразие — это что-то, что локально похоже на обычное пространство, но в глобальной перспективе может быть сколько угодно заузленным. Ну вот, например, если бы мы были двумерные такие пауки, да, двумерные пауки, и мы бы по поверхности огромного мяча ходили. Ну, в принципе, нам просто это представить. Вот по земле, да, вот земля огромна, да, мы, если мы пауки, мы не видим, что она круглая. Мы не знаем, как это узнать, да. Мы по ней ползаем и ползаем. И если мы ползаем по огромному мячу, то для нас, двумерных пауков, совершенно не очевидно при этом, что мы не ползаем на самом деле не по мячу, а вот по такому. И требуется какой-то математический такой просчет, да, математически строгий расчет, который нам показывает, что то это не это и наоборот. Да? Но вот мы трехмерные пауки, и в трехмерной ситуации мы уже не можем понять ничего. Нам уже нужны инварианты, какие-то математические формулы, по которым можно отличить разные трехмерные многообразия друг от друга. Вот, ну я, значит, сейчас венцом... того, о чем я говорю, будет, как вы догадываетесь, гипотеза Пуанкаре, но это чуть-чуть позже. А пока я продолжаю, значит, про Эйлера. Итак, что же он говорит? Ну хорошо, если вы вполне убеждены, что надо это доказывать, то вот вам доказательства. Нарисуем на сфере некоторую карту стран. Стран. Треугольных, пятиугольных, каких угодно. Многоугольных стран. Ну такая вот карта мира с границами, как-то устроенными. И с той стороны продолжается это все. Ну, просто карта мира. Каждая страна для простоты это один плоский лоскуток, то есть многоугольник без всяких уже дыр. Там такая самая простая в топологическом смысле фигура. Вот такой вот многоугольничек, вырезанный из ткани, потом их изгибают и сшивают в карту мира. И теперь мы делаем следующее. Мы считаем количество узлов у этой сетки, да, узлов, изломы, да, границы, вот это многоугольники, все. И, соответственно, можно посчитать общее количество вершин у этой сетки, вот этих вот изломов. Потом можно посчитать общее количество ребер, то есть вот этих вот отрезочков границы. И общее количество, собственно, самих лоскутков, заплаточек, из которых она сшита, сфера. И это будут грани. И Эйлер заметил то, что не замечал, судя по всему, никто в древнем мире, хотя они очень много занимались многогранниками, всем таким, либо замечали, но почему-то не оставили об этом, что для любой такой картины, или иными словами, для любого многогранника, который, если его раздуть, превратится в сферу, верна вот такая замечательная формула. V минус R плюс G равно 2. Всегда. Ну вот, например, если вы нарисуете кубик, обычный кубик, рассмотрите, да, нарисуйте его на поверхности вашего мяча. Почему бы не нарисовать, да? Сколько вершин? 8. А ребер? 12. Граней? 6. Все так, да? Еще какие вы знаете многогранники? Тетрайдер. Что здесь? Вершин. Ребер. Нет. 6. Граней. 4. Опять 2, да? Ну вот можете поэкспериментировать с известными вам многогранниками, вообще любыми, которые раздуваются в мячик. Они всегда будут давать 2. Это заметил Эйлер и строго доказал. Значит, как это доказать? На самом деле я просто хочу, чтобы мы сейчас вместе это взяли и доказали. Это не очень сложно и очень-очень-очень красиво. Значит, доказательство будет происходить следующим путем. Мы сейчас будем картинку, которую мы нарисовали, постепенно упрощать. Постепенно упрощать. И следить за выражением v минус r плюс g в процессе этого упрощения. Как оно будет меняться? Напишу здесь дельта от v минус r плюс g. Дельта — это изменение, да? Новое значение числа v минус r плюс g. Минус старое значение числа v минус r плюс g. Давайте смотреть. Вот у меня была какая-то большая сложная картина, состоящая из каких-то вот многоугольных фигур. Какие-то из них были треугольники, какие-то там еще какие-то треугольники. Вот. И вот я хочу ее упростить. Я хочу сделать, убрать, ну вот какую-нибудь, например, вот эту вершину убрать вообще. И все ребра, которые из нее исходят, стереть. У меня картина сильно упростится от этого. У меня теперь будет вот такая вот страна. Да? Вот эти три страны, 4, они как бы объединились в одну. Тогда у меня получилась вот эта новая страна, и оставшиеся стали такими же, какими были. Тут важно следить, чтобы осталось именно, что они лоскутки. Вот, что внутри не появляется дырок никаких. Вот, значит, смотрим. Вершин стало что? На одну меньше, минус 1. Ребер на 4 меньше. А граней на 3. Правильно, потому что из 4 создалась одна. Значит, минус 1, минус 4 и минус 3, только здесь еще один минус, правда, стоит, потому что v минус r плюс g. Но если стоит минус, то это 0, потому что минус 1 плюс 4 минус 3, минус на минус дает плюс. То есть получается, что при упрощении этой картинки у нас не меняется v минус r плюс g, оно остается тем же самым. Но давайте посмотрим еще, какие у меня возможности для упрощения. Например, взял и просто стер ребро. Что будет? Да, вершина не изменилась. Минус ребро, минус грань, опять. Минус 1 плюс 1, 0. Значит, получается, что какую бы картинку я ни нарисовал на сфере, у меня, я могу упрощать эту картинку, не меняя значение v минус r плюс g. И теперь только вопрос такой. До какой картинки я могу это все упростить, чтобы сохранять требование, что лоскутки остаются лоскутками, то есть у них не появляется внутренних дыр каких-то. Вот смотрите, вот я могу вот эти все явно постирать, да? Вот что будет, когда я постираю с этой стороны все и с той стороны все? Что? Да, смотрите, возникнет две больших стороны. Одна с этой стороны, с которой смотрим мы, а другая с той дальней стороны, с которой смотрят вот те антиподы, да? У этих стран будут полностью общая граница. Все вот эти вершины общие, все ребра общие. Соответственно, вершин столько, сколько вот у этого многоугольника, ребер тоже столько, сколько у этого многоугольника, а граней 2. Но вершины ребер у многоугольника всегда одинаковое количество. Поэтому они сократятся, и останется число 2. То есть все, да? Иными словами, совершенно верно, ура! Потому что любая картина приводится к такой вот картине из двух стран, граничащих по длинной большой границе. И у такой новой картины значение v минус r плюс g очевидно равно 2. И так как оно не менялось в процессе изменений наших, да, в процессе стирания, то оно должно быть равно 2 и в самом начале, а значит формула Эйлера верна. И тогда осталось только для доказательства, что сфера и тор — это не одно и то же, осталось только предъявить какую-нибудь картину на торе, которая дает не 2. Ну и, наверное, вы догадываетесь, что та же самая логика позволит утверждать, что все картинки на торе тоже дают одно и то же число. Потому что тоже могу, изменяя там вот эту ситуацию, упрощать, упрощать, упрощать. И к какой же картинке я приду, если долго буду упрощать картину на торе? Ну вот давайте я скажу это устно, потому что, чтобы как бы вы просто себе представьте. Вот смотрите, у меня… так, нельзя это делать одним цветом. Стой, зараза. Вот. Смотрите, прям вот закройте глаза, да, возьмите, если у вас есть автомобиль, и нарисуйте на вашей шине это все, хорошо? Чтобы это почувствовать, да? Вот. Вот так и с той стороны также. Опоясали вашу шину ободком. И две точки назвали вершинами. С другой стороны сделайте ровно ту же картину, после чего соедините вот так и соедините вот так. Вот эта картина на вашем колесе состоит из отдельных лоскутков. Их можно разровнять, и они положатся на землю. Вот до такой картины можно довести любую. И тогда осталось только посчитать, сколько вершин, сколько ребер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А граней 4. Верхние 2 и нижние 2. 0 ответ на торе. Итого, любая картина на торе — это 0 v минус r плюс g. Вершин и граней в сумме ровно столько же, сколько ребер. Любая картина на сфере — это 2. Вершин плюс граней на 2 больше, чем ребер. А значит, никаким непрерывным преобразованием одно в другое не перевести, потому что при непрерывном преобразовании вся картина целиком аккуратно нарисовывается на новом объекте. Куда? Они же никуда не деваются. Ни вершины, ни ребра, ни грани, да, когда вы просто растягиваете, ничего не меняется. Поэтому такого не существует отображения, и они разные по своим топологическим свойствам. Значит, теперь дальше. Дальше история, ну как бы дальше началась история топологии, да, и я хочу рассказать про хочу подробно рассказать, да, о двух продолжениях этой истории. Первая называется гипотеза Пуанкаре, она же теорема Перельмана, а вторая называется «В поисках удивительных многогранников». Поговорим, да, об этом? Ну, начнем с Перельмана. Вот здесь будет Перельман, но вначале Пуанкаре. Пуанкаре, Перельман. А здесь будут удивительные многогранники. Вот. Это все это с Эйлера пошло. То есть это все как бы достижения, которые после Эйлера просто развивались. Итак, сфера не похожа на тор, не гомеоморфна, как говорят. Как можно еще просто быстро что-нибудь придумать похожее такое вот, что выглядит, внешне выглядит как поверхность, да? То есть условия, как правило, игры такие. Правила игры состоят в том, что когда вы находитесь на некоторой, ну вот, вы находитесь в некоторой точке, и у вас плохое зрение, вы близорукий, вы видите недалеко вокруг. И вот недалеко вокруг вы видите просто обычный лоскуток, как на обычной плоскости. И та, и другая выглядит ровно так. То есть если вы близко к точке на торе видите, то вы видите такой лоскуток. Здесь на сфере тоже видите такой лоскуток. Придумайте еще какие-нибудь фигуры, которые бы удовлетворяли этому условию. Какие версии? А камень — это то же самое, что это. Так, о, отличная идея. Значит, смотрите, лента Мёбиуса. Но что такое лента Мёбиуса? Тут, значит, есть проблема, стоящая в том, что у нее есть край. Вот этот край, он мешает. Когда я стою на краю, я вижу инфернальную бездну, если я плоский человек. Так как если вот ты, например, полетел куда-нибудь далеко от Земли, и вдруг там конец Вселенной. То есть там ничего нет. Вот как это представить? Это очень сложно нам представить, да? Но мы считаем, что такого не существует. Что края нет у нашего многообразия, на котором мы живем. К этому мы еще вернемся. А что это? Какая-то страшная, да? Да, не, ну я имею в виду именно такая гладенькая фигура. Так, отлично. Еще одна идея бутылка Клейна, она вообще, она лишена вот этого недостатка ленты Мёбиуса. Значит, бутылка Клейна выглядит следующим образом. Я вот, к сожалению, не умею ее рисовать. Как бы это сказать, вот вам нужно взять тор, разрезать его, потом вот эту вот штуку перевернуть и вставить с другой стороны и закруглить здесь поверхность. Ну, наберите в интернете там бутылка Клейна и просто посмотрите, как это выглядит. То есть поверхность проходит сквозь себя. В принципе, ничего в этом страшного нет. В четырехмерном пространстве я, понятно, могу ее провести, чтобы она никуда не делась. Значит, бутылка Клейна — это удивительная штука. Она действительно в окрестности выглядит ровно так же, как и сфера, и тор. И даже нет вот этого недостатка, связанного с лентой Мёбиуса. Но у ленты Мёбиуса, у бутылки Клейна есть еще одно свойство, которого нету ни у сферы, ни у тора. Кто скажет, какое? А? Кого? Ну, кто сказал? О, я просто, видите, у меня голос-то громкий, а слышу я плохо. Знаете, такую поговорку? У бегемота очень плохое зрение, но это не его проблема. У меня примерно то же самое, только с голосом, да, то есть я плохо слышу, я ну, как бы дома там жене приходится орать громко из ванны, например, иначе я ничего не слышу. Вот. В общем, действительно, совершенно верно. Это односторонняя поверхность. Что значит односторонняя? Вот же две стороны. С этой и с той. А вы попробуйте погулять по ней. Далеко. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Фигак, с той стороны оказались. И по бутылке Клейна то же самое. Погуляли, погуляли. Опа. С другой стороны, то есть вы как бы шли вот здесь, а вернулись головой вниз, а ноги у вас прилипли вот к этой, с той стороны. Да? Вот так выглядят эти две поверхности. Называются неориентируемые. Неориентируемость. Между прочим, смешно да не смешно. Никто не гарантирует, что если вы не полетите очень далеко на корабле, очень-очень-очень далеко на корабле и не вернетесь сюда, что у вас не окажется сердце справа и полное, как вот на съемках видели у меня на канале, там есть зеркальное это стекло съемочное, на нем я другой рукой пишу там и так далее. Вот, то есть вы приехали, а у вас сердце, опа, справа. Вроде слева все время было, стало справа. Ну, точнее, не так я сказал, у вас-то все хорошо, но у всех вокруг сердце справа. И если... Например, у вашего друга там была выбрита правая часть виска, да? Когда вы вернулись, у него выбрита левая. То есть вы через зеркало пришли, да? Вы проехали через зеркало, того не заметим. Никто вам не гарантирует, что это не так. Просто мы так далеко не гуляли. Понятно, да? Не, но мы все верим, что пространство ориентируемо. То есть такого не может быть. Но, строго говоря, это наша именно вера. Так вот. Если ограничиться ориентируемыми, то довольно быстро доказали, что все, что можно сделать, это напилить некоторое количество вот таких же дырочек. Вот таких вот. То есть это вот этот тор, это сфера, а это называется сфера с G ручками. Вот это вот G равно 5 здесь. То есть... Дырочки на, как бы это сказать, ну вы можете, естественно, это изготовить и спечь себе. Кренделек с 5 ручками, да? 5 дырочками, вот. Как тебя зовут? Ой, убежала. Я хотел тебе показать, как из теста сделать. Тебе мама сделает сферу с 6 ручками на обед завтра. выполнит. Вот. Ну вот, и больше никаких нет. И было, ну это я как бы, я не буду это доказывать, это не то чтобы сильно сложно, но там потребует какое-то время. Так вот, оказывается, что формула Эйлера имеет свое продолжение вот в таком виде для любого многогранника, раздувающегося в такую сферу с G-ручками. Но здесь пойдет речь об этом вот тут. А здесь я хочу сказать про Пуанкаре. Я постепенно иду к гипотезе Пуанкаре. Так вот, если мы наложим следующие условия на поверхность. Условие номер один. Поверхность должна быть ограниченной в пространстве. Она не должна уходить куда-то на бесконечность, как какой-нибудь страшный гиперболоид, да? Она должна быть в конечном куске пространства. Ну, например, в нашей комнате должна вся умещаться, где мы сейчас находимся с вами, да? Это первое условие. Второе условие. Она должна быть ориентируемой, то есть она не должна быть как бутылка Клейна или лист Мёбиуса. Гуляя по ней, вы не должны прийти с противоположной стороны сзади. Это второе условие. Третье условие. Она без края, то есть она везде выглядит как вот, ну, в каждой точке. Вот, то есть края, вот здесь у ленты Мёбиуса есть край. Вот этого края не должно быть. Ну и последнее условие, что у нее нет дырок. Ни одной дырки нет. Я сейчас это условие сформулирую более формализованно. Но пока я скажу, что из этого сразу же, согласно этой классификации, следует, что эта поверхность является обычной сферой. То есть поверхностью мяча. Так вот. Пуанкаре предположил, что эта гипотеза верна и в размерности 3. То есть если мы теперь рассматриваем такую, ну, пространство, да, такое как бы изогнутое где-то на бесконечности сколько угодно раз пространство, то есть локально оно обычное наше пространство, вот трехмерное, вот вокруг нас 3 перпендикулярных оси, да, в разные стороны можно провести. Так вот. Пуанкаре предположил, что если, значит, вот такое трехмерное многообразие, ну, конечно, по размеру, ну, я сказал бы для математики слово компактное, но для простоты скажу слово конечное по размеру, да, то есть оно умещается в некой территории. Конечное по размеру. Дальше. Без края, то есть никаких инфернальных бездн не должно быть. Ориентируемое, то есть нельзя приехать так, что сердце у остальных окажется справа, да, все поменяется за зеркало. Нельзя в зазеркалье оказаться. И последнее условие, что без дыр, я сейчас скажу, что оно означает. Как формализовать то, что оно без дыр. Это значит, что нельзя завязать веревочку, которую потом нельзя будет снять без разрезания. Ну вот, например, на сфере я как бы не положил веревочку на сферу. Если я ее не приклеиваю, то я могу ее просто снять обратно, да, я не могу поднять за веревочку сферу. А вот уже с тором так дело не пройдет. Я могу вот так завязать, да, вот так вот вокруг этого, ну, да, да. И я эту веревку не сниму, я буду ее двигать туда-сюда, только вдоль дыры, да. Но деть ее никуда нельзя будет, нельзя, не получится деть, можно за нее взять и потащить его. Так вот, чтобы не было возможности так сделать, вот это и называется без дыр. И в трехмерном пространстве можно то же самое спросить. Вот можно ли нам повязать веревку, можно ли взять космический корабль, который улетит куда-то, и сзади него останется тончайшая нить. И когда я вернусь туда, откуда я улетел, я вдруг обнаружу, что я не могу вот за эту нить вот так с двух сторон тащить. Не могу, она куда-то упирается у меня, да, она не тащится дальше, все, она напрягается, напряжение у нее. Я ее не могу свернуть. Вот тогда это будет означать, что наше пространство не обладает этим свойством, что в нем тоже есть дыры. Так вот, если нет дыр, то из этих 4 свойств следует, что наше пространство является границей 4-мерного шара, то есть 3-мерной сферой. То есть мы живем на границе огромного 4-мерного шара, если выполнены вот эти 4 условия. Это и есть гипотеза Пуанкаре, та самая легендарная, которую доказал легендарный Перельман. Ровно то, что я сформулировал. Внимание, в 2002 году в газете «Известия», помните такую газету? Было написано: гениальный математик Перельман доказал, что 3-мерная сфера является односвязной. Но для человека, который чуть-чуть изучал топологию, сказанное звучит полностью тривиально и абсурдно. То есть это совершенно очевидно, что трехмерная сфера односвязна. А доказал он другое, грубо говоря, противоположное доказал. Что если трехмерное многообразие односвязно, это вот это вот свойство без дыр, вот это вот, что веревку нельзя повязать, если оно односвязно и плюс эти три свойства, то оно является трехмерной сферой в обязательном порядке. То есть тогда существует непрерывное растягивание этого, значит, объекта в трехмерную сферу. Вот. И именно это доказал Перельман, и дальше была нашумевшая история с отказом от премий всяких там и т.д. и т.п. А следующее продолжение — это про удивительные многогранники. Итак, в принципе, я мог бы на каждой из вот таких вот странных поверхностей нарисовать какой-нибудь многогранник, то есть спрямить, да, спрямить некоторые участки поверхности, спрямить в плоские. Вот. Но там дальше начинаются всякие моменты. Могу ли я допускать существование граней, у которых внутри дыра? Ну, давайте считать для простоты, что не могу. Что все грани — это вот такие лоскутки без дыр, а вот в совокупности они могут вполне себе образовывать фигуру с дырами. И со сколькими хотите дырами. Хоть 5, хоть 7. И вот я задаю следующий вопрос. Он был задан, когда мне было 2 или 3 года. Существуют ли многогранники, и если да, то можно ли их полностью описать, в которых каждая грань граничит с каждой из остальных? Вот такой вот вопрос. Ну, наверное, сразу кто-нибудь предложит какой-нибудь такой многогранник, да? Тетраэдр. Безусловно, тетраэдр годится. Тетраэдр вполне себе годится. Каждая грань граничит с каждой. А есть еще вообще-то считалось, что нет довольно долго. Что-то не получалось доказать нифига. Но тут именно суть в том, что мы не знаем, сколько в нем дыр. То есть если в нем дыр нет, если он сферообразный, сфероидный, то довольно просто показать тем или иным способом, ну, в том числе и одним из способов мы сейчас воспользуемся, и покажем, что реально действительно только тетраэдр, если он надувается в сферу. Но нет же условия, да, такого. Мы не ставим такое условие. Вдруг у него несколько дырок есть. Вот можно тогда придумать или нет какой-нибудь многогранник, у которого каждая грань граничит с каждой, ну и, может быть, есть какое-то количество дыр. Давайте решим эту задачу. Нам поможет Эйлер и его формула. Итак, у любого многогранника, у которого G дыр, будет верна вот такая формула. Для него будет справедлива эта формула. Давайте с этого исходить и попробуем понять, сколько вершин и ребер у многогранника, у которого каждая грань граничит с каждой из остальных. Прежде всего, пусть G — количество граней. Тогда сколько ребер на каждой из граней? На каждой из граней. С оставшихся. Да, G-1. То есть, если G граней, то на каждой грани ровно столько ребер, сколько оставшихся граней, то есть G-1. То есть это обязательно G-1 угольники, правильно? Все причем, потому что для каждого остается ровно все, кроме нее самой. Так? Теперь следующий вопрос. Сколько у него всего будет граней, ой, всего будет вершины ребер? Давайте начнем с ребер, это просто. Итак, у меня G граней, и у каждой G-1 ребер. Правильная формула или нет? О! Хорошо, что пополам. Знаете анекдот, да? Знаете, баян. Ну, для математиков, наверное, баян. Просыпается молодой человек в очках очень такого специфичного ботанского вида в больнице, весь поломанный. И говорит: хорошо, что пополам. Ему говорят: что такое? Успокойтесь, все хорошо, у вас все зарастет. Ну, все будет хорошо, ничего не пополам, все. Хорошо, что пополам, повторяет он. Что пополам? Да МВ квадрат пополам. Ну, короче, есть формула, да, энергия. Энергия — это mv² пополам. Когда он ехал на велосипеде или там на машине и врезался, она вся перешла в переломы. Вот, так вот mv² все-таки пополам. Также у нас, вот у нас пополам ребер, это r. А вот теперь скажите мне, сколько вершин? Кто первый? Казалось бы, не хватает информации. Мы же не знаем, сколько в каждой вершине смыкается граней. Но нет, на самом деле знаем, потому что совершенно не получится вот этим двум ребрам граничить нигде, да, это совершенно разные куски плоскостей. Если в этой вершине сходится больше, чем три грани. То есть, как только в вершине сходится больше, чем три грани, надежда на условие, что каждая грань граничит с каждой, сразу умирает, потому что вот эти две не будут граничить. А значит, в каждой вершине сходится ровно три грани, ровно. И тогда ответ g на g-1, безусловно, у каждой грани g-1, как ребер, так и вершин. И вот тут уже натрий. И получается офигенная формула, которая приводит к Диофантову уравнению. И, кстати, Эйлер обожал Диофантову уравнение. Очень много их порешал разных. В том числе теорема Ферма. Это Диофантово уравнение, самое знаменитое. Вот. И Эйлер решил его при n равно 3. Так. Вершин g на g-1 натрий. Так? Следите. Ребер g на g-1 на 2. А граней? Грани g. И это равно 2 минус 2g. И нужно решить это уравнение в целых числах. Все решения найти, которые только можно, и попробовать реализовать каждое из них. Любой многогранник с g-дырками, у которого каждая грань граничит с каждой, удовлетворяет вот этому уравнению количество граней в нем и количество дырок. Но это целые числа. И g, и g. И это задает определенные условия. Давайте посмотрим на эти условия. Если что-то делится на 3, из него вычитается что-то то же самое, делящееся на 2, то что это? На 6. Причем со знаком минус, правда? Значит, упрощается все вот так. А если я еще и на 6 умножу, то получится 6g минус g² плюс g равно 12 на 1 минус g. G плюс 6g это 7g, правда? Обычные эти самые. Ну и 7g минус g² это g умножить на 7 минус g. И это равно 12 умножить на 1 минус g. И вот это уже хорошо, потому что здесь все целое, да, здесь нет деления ни на что. И мы можем посмотреть, при каких условиях здесь есть решение. Ну давайте начнем с g равно 0. g равно 0 означает, что мы живем на сфере. Наш многогранник это обычный сферический многогранник, который все привыкли рисовать, никаких других. Я думаю, до сегодняшнего дня никто и думать не мог о каких-то других многогранниках. 4 треугольных грани, тетраэдр. Поэтому да, мы доказали, что никаких многогранников, которые были бы сферическими, у которых бы была каждая грань граничила с каждой, действительно не существует. Ну, действительно, у куба, на предположенное, да, у октаэдра тоже там. Вот. Но дальше интереснее. G равно нулю. Ой, G равно, извините, единице. Точно, но 0 грани это абсурд, поэтому получается, что g должно быть равно 7. Так вот, иными словами, вообще говоря, мог бы существовать, наверное, какой-то многогранник, у которого будет 7 шестиугольных, извините, граней, 7 шестиугольных граней, и одна дыра внутри. И каждая грань граничит с каждой. А теперь залезьте в интернет, наберите математический парк, город Майкоп. Кавказский математический центр, в котором я руководитель, научный руководитель, зам обычного руководителя Рогородского. Вместе с Даудом Казбековичем Мамием мы руководим Кавказским математическим центром в городе Майкоп. И там стоит 2-метровый многогранник с такой дырой. Двухметровый, самый большой на свете, по крайней мере, на момент его построения в Майкопе. Мы специально сделали его на 10 сантиметров больше, чем до этого рекорд в Австралии. Узнали, какой размер в Австралии, чтобы был рекорд, естественно, нужен же рекорд. Вот. Ну, я думаю, скоро придет скульптор по фамилии Церетели и поставит в Москве 200-метровый многогранник Силаши на какую-нибудь очередную дату. Да? Ну, есть такая вероятность. Я не знаю. Я даже не знаю, жив ли он еще или нет. Вот. Вот. Ну, в общем, многогранник Силаши. Силаши — это венгер, который его... Силаши, наверное, правильно говорить. Который его представил всей публике. Просто показал, что вот он существует, блин. Вот натурально. Каждая с каждой граничит. И одна дыра. Но это еще не все. Потому что g может быть равно и другому какому числу. Например, больше единицы. Тогда что мы имеем? Мы имеем уже, что 12 нужно умножать на g минус 1, а не на 1 минус g. Правильно? Чтобы было положительно. И поэтому здесь будет выражение g на g минус 7, а не на 7 минус g. То есть становится ясно, что в этом случае g больше, чем 7. Ну и вообще говоря, у этого решения, у этого уравнения есть 4 серии решений. Вот проверьте, что по модулю 12 возникает 4 серии решений. 0, 3, 4 и 7. И при любом k любое количество граней вот такого вида выдает некоторое целое число дырок, которое совместимо с соответствующим количеством граней. И самая маленькая из всех, которые будут дальше, это ситуация, когда g равно 12, g равно 2, соответственно 12 штук 11-угольников. Извините, не 2. Совсем не 2. При g равно 2 решений нет. Потому что g на g минус 7 должно делиться на 12. И первый раз оно будет делиться на 12, когда g будет равно 12. И ответ будет g равно 6. Итак, замечательная формула Эйлера сама одна, без всего остального, достаточно, чтобы доказать, что никакого многогранника с 2, 3, 4 и 5 дырами не существует, у которого бы... Так вот, казалось бы, вот такой многогранник должен существовать, но никто не знает, существует он или нет. Это открытая проблема математики. Нет препятствий к тому. Что? Нет, вот следующий. С 6 дырами. Чтобы было 12 11-угольников, каждый граничит с каждым, и 6 дыр внутри. Плоские грани, да? Пишут программы, там безумие какое, там уже целые, там Челябинский целый кружок все время программы какие-то пишет на эту тему. Один в подмосковном Жуковском, где-то еще люди пишут программы, и даже кажется, что уже вот все сошлось где-то там. Но потом выясняется, что какой-то 1-миллионный разрыв. Непонятно. Непонятно. Очень сложно проверять. Совершенно не разработана соответствующая наука. Мы не знаем, существует ли такой многогранник. Честно. Не знаем. Вот. И все остальные в этой серии тоже не знаем. Там серия бесконечная. То есть они там, вообще говоря, вполне может существовать многогранник там, с более чем 1000 дырками, где каждая грань граничит с каждой. Это 100 угольники там какие-то. Но никто не знает ответа на этот вопрос. Никто. Так, ну вот. Значит, на самом деле я по остальному, наверное, пройдусь довольно быстро, потому что хочется еще пообщаться вопросами и ответами, правда? Причем можно задавать вопросы не только по математике, а так по жизни, что вообще я делаю, там, я расскажу чуть-чуть про это. Но из такого, что я хотел бы отметить, Эйлер первым показал, как очень быстрого числа число π. Значит, в принципе, ну, есть такая вот... есть такая формула, что π на 4, вот тангенс π на 4 это что? Да, а значит арктангенс, да? Единица это π на 4, да? Но для арктангенса есть такая формула, может даже кто-то помнит наизусть. Да, но на самом деле это Эйлер придумал, а не Тейлор. Вот эти формулы разложения в ряды придумал Эйлер. Да, и просто так называется по Тейлору, ну, как бы, чтобы отвлекать внимание. Так вот, как он выглядит, кто помнит наизусть. Там можно через тригонометрию обратной функции дифференцировать, очень быстро можно понять, что это x минус x в кубе на 3 плюс x в пятой на 5 и так до бесконечности. Формула для арктангенса. Но если вы подставите сюда x равно единице, то у вас получится следующая формула, что π равно 4, скобка открывается, 1 минус 1 треть плюс 1 пятая минус 1 седьмая плюс 1 девятая и так далее. Но это адски медленно сходится, ужасно медленно. Это чтобы там достичь точности 1 миллиардной, вы должны, грубо говоря, миллиарды ждать. Миллиард слагаемых, ну там 500 миллионов. Надо что-то быстрее, сильно быстрее. Если вы хотите сажать на Марс что-нибудь, и у вас компьютеров еще нет, это довольно странная задача, да, если еще нет компьютеров, лучше, наверное, их вначале выдумать, потом сажать на Марс. Ну вот представим себе. То вам нужна точность там 9, 10 знак, вам нужен этот миллиард. Как вы быстро ее получите? Вот Эйлер придумал одну штуку совершенно гениальную, смотрите. Вот. Давайте я возьму тангенс от альфа плюс бета. Вот тут вот уборщица подписывается альфа, видели, да, в туалете? Я сразу заметил, как зашел. Альф просто, подпись уборщицы альфа. Я говорю, нифига себе, Воронеж, уборщица, альфа, подпись. А вы знаете, какую задачу мне таксист дал? Я ее не решил. Я ехал в такси в Москве, там на канале есть, я потом расскажу про канал. Есть задача от таксиста, там 50 тысяч просмотров, по-моему, даже может уже больше. Значит, едем, Света сидит, ну там жена и мелкие сидят сзади. Я говорю, Света, там вот, хорошо, тогда раз так, то давай, раз ты это быстро разложила, разложи там, допустим, на множители, не знаю, какой-нибудь 1850. Ну, короче, развлекаемся тем, что коротаем время, она раскладывает на множители все. Вот. Таксист смотрит на меня, говорит, что, математик, что ли? Я говорю, да. Он говорит, небось, доктор наук. Я говорю, ну, блин, ну есть немножко, да. Он говорит, сейчас я тебе дам задачу, ты не решишь. Я говорю, ну, наверное, не решу, потому что мы уже повернули на соседнюю улицу, но все-таки дай. У меня было 1,5 минуты, и я не решил. Хотите, скажу задачу? Значит, в темной комнате лежат 100 монет на столе. 88 решками и 12 орлами. Зайдя в комнату, не включая свет, не на ощупь ничего нельзя понять. Ну, то есть, как бы не имея информации, получаемой от пальцев на ощупь, разложить их на 2 кучи, в которых орлов будет одинаковое количество. Надо точно слышать условия. Итак, 88 решек, 12 орлов лежат на столе. На ощупь ничего нельзя понять, света нет. Вы заходите и руками раскладываете на 2 кучи. Не обязательно с равным количеством, это уже подсказка, да? Но чтобы в этих кучах было равное количество орлов. Ну что, давай, огласай решение. Я не успел за 1,5 минуты решить, Дима успел. Ну, а ты говори слух просто, понять же очевидно. Берем... Подожди, тангенс, не... Вот здесь. Да, хорошо. Берем любые 12 монет, из них какое-то количество x лежит орлом вверх или вниз. Да. Да, а тут 12 минус x. Орлом. Да, оставшихся из тех 12, я не помню там. Ну, орлом, да. Ну, эти все просто переворачиваем. Смотрите, здесь 12. Берется 12 любых монет на ощупь. Просто 12 монет. Я не знаю, сколько тут орлов, но можно сказать, что x. Тогда здесь 12 минус x. Да, орлов 12, а монет 100. Вот. Но если я переверну, тут будет 12 минус x, и орлов будет одинаково. Я даже не знаю, сколько. Да. Похлопаем, Диме. Да. Не, ну полчаса-то у нас на все еще есть, да? Вот. Так вот. Смотрите, ну вы знаете, как это формула, да? Так, нет, плюс тангенс бета. А вот теперь да. Так вот, Эйлер заметил следующее, что тангенс арктангенса 1/2 плюс арктангенса 1/3. Тангенс арктангенса — это число. Тангенс арктангенса — это число. 1 вторая плюс 1 треть делить на 1 минус 1 вторая умноженное на 1 треть. Чему это равно? 1! Тут 5 шестых, тут тоже 5 шестых. То есть это тангенс, это арктангенс, ну вот это, да? Тангенс вот этого равен единице, а значит то, что внутри, равно арктангенсу единице. То есть арктангенс единицы, он же π на 4, равен арктангенсу 1 второй плюс арктангенсу 1 трети. А если вы поставите сюда 1 вторую, у вас очень быстро в ноль все уйдет, потому что уже в 10 степени это будет 1 тысячная, а в 30 уже 1 миллиардная, как вам нужно, а стройка еще быстрее. Вам достаточно взять 100 слагаемых, чтобы получить точность 1 миллиардную. Все. Сколько хотите. Точность очень быстро получается, потому что это экспоненциально, понятно, убывание всего. Вот это вот гениальнейшая догадка Эйлера. Ну и напоследок просто. Сумма обратных квадратов равна π квадрат делить на 6. Понятие сравнения. Функция Эйлера. Количество взаимно простых с данным числом меньших его среди остатков. Малая теорема Ферма и обобщение в виде теоремы Эйлера. Великая теорема Ферма Pn равно 3. Значит, уравнение y квадрат равно x кубе плюс минус 1. Зета-функция Римана введена Эйлером на самом деле. Риман ее изучал для комплексного переменного. Соответственно, потом возникла великая гипотеза Римана. Совершенные числа, их полное описание для четных. Упомянутая мною сумма квадратов. Ну и, наконец, e в степени и π равно минус 1. Это тоже Эйлер. Но это такой как бы вот минимальный, да. Что Эйлер не сделал? Вот еще последнее. Эйлер предположил существование так называемого первообразного корня для остатков деления на некоторое простое число. Ну, кто сейчас не понимает, ничего страшного. Вот. И квадратичный закон взаимности предположил, но не доказал. Он оставил это Гауссу. Гаусс с этим справился.